Так, і одразу маємо свіженьку інформацію. В період локдауну кількість інтернет-замовлень зросла у 1,5 рази. Найбільше, до речі, купували в інтернеті чоловічий одяг і чоловіче взуття. Ось такі вам інформація для розумів. Але ну всі ж ми розуміємо, для того, щоб продажі в інтернеті зростали, потрібна реклама, потрібно розвивати SMM. Для цього ми запросили сьогодні спеціаліста Лілія Бойко, експерт якраз з SMM. Доброго ранку, пані Лілія. Так, Лілія, доброго ранку. Ну, хотів пожартувати, проте вже не буду. Ну, знаєте, є після такий, штанів і взуття? Після штанів і взуття, знаєте, є такий народний спосіб, щоб перевірити людину, яка там займається певною там історією. Наприклад, ви займаєтесь SMM. І от коли вам кажуть, а ви правда SMM? Ваше вовлечення страдає, нужно это исправить. У всех, кстати, оно страдает. Так, что... так, до речі, от ви сказали, що страждає? Вовлечение. Що це таке? Это количество общих реакций на публикации, сторис. Ага. То есть не всегда количество подписчиков значит действительно качество. Потому да. что можно иметь много подписчиков, но вовлечение будет низкое, охваты низкие, соответственно, ну, не будет толку от рекламы и клиентов от этого количества подписчиков. Так, це ми зараз перейшли, в принципі, від популярних аккаунтів, так, яким платять баснословні гроші за рекламу, і аккаунти, які, ну, такі собі. Тобто відклик аудиторії головне. Да, на самом деле сейчас вот тренд на микроінфлюенсерів, то есть лучше заказать 10 реклам у блогеров там 50 тисяч підписників, наприклад, да. чим одну рекламу у 500 тисяч. Ага. А з чим це пов'язано? Потому что в основном блогеры, у которых ну, больше 100 тысяч, они росли на гифах, то есть это розыгрыши, там подписывались на них за машину, телефон и так далее. И это была не целевая аудитория, в основном подростки, которые не покупают, не платежеспособные. И, соответственно, реклама у них ну, работает хуже, чем там, где аудитория плюс-минус органическая. Цікаво. Я от просто, ну, я дивлюсь там іноді різних блогерів, і от мені завжди було цікаво, що там, чому один заробляє мільйони, а інший, ну, не заробляє взагалі, ну, за рамками там блогерів. Річко, а от взагалі реально безкоштовно набрати велику кількість підписників? Ну, сейчас, вот опять же, из-за того, что тренд на меньше, но более качественную так. аудиторию, то, в принципе, я бы ну, вообще не советовала пытаться много набирать, потому что если это там эксперт, который продает свои услуги или ну, магазин, допустим, с товарами, то, в принципе, можно и там из нескольких тысяч подписчиков так. иметь поток целых клиентов, если грамотно простроить воронку, привлекать только белыми методами, то есть таргет, там, рекламу блогеров, иначе можно набрать много подписчиков, за это выбросить много денег на те же гивы, но при этом это будет не целевая аудитория, которая не покупает и так далее. Но в любом случае Инстаграм — это бизнес, и как и в любой бизнес нужны вложения, то есть даже если у вас мега качественный контент, вы там классные тексты пишете, крутые фото, все равно вас никто не узнает без рекламы. Да. Ну и в рекламу нужно, соответственно, вкладывать. Вкладатися. Так, ми з вами тільки що почали говорити про оригінальний контент. Який саме повинен бути контент, щоб на тебе почали підписуватися люди? Ну, на що вони реагують ну, там, найчастіше? Ну, во-первых, общий визуал профиля должен быть красивый. То есть в Instagram сейчас ну, действует как Tinder-эффект, когда так. они заходят буквально пару секунд визуально просматривают аккаунт, и там в одну сторону нравится, в другую не нравится, так. потому что огромная конкуренция. Поэтому важно грамотно оформить шапку профиля, соответствующую аватарку там подобрать, и общий стиль профиля, чтобы был ну, приятный глазу, чтобы это были не в разнобой, как винегрет фотографии, так. а четко подобранные там, в едином стиле, и при этом еще важно выделяться своей концепцией и общей подачей. Вот, допустим, у меня есть инсташкола, в которой там, я как блогеродица, потому что ну, с нимбом на голове очень такой яркий. Блогеродица, я да. очень прекрасно. Очень яркая, яркий визуал, который сильно отличается от других инсташкол, и это и привлекает. Так. То есть должна быть какая-то вот изюминка, которая выделит. Тобто, в принципе, аудиторию потребно иногда эпатувати. Да, да, вот такие провокации, потому что,
за просто обычным красивым профилем mm-hmm. уже даже не идут, потому что, в принципе, конкуренция настолько высокая, что все mm-hmm. блогеры держат планку ну, более или менее стильных профилей. Так. Но даже среди них нужно чем-то удивлять. А як часто потрібно створювати свій власний блог? Ну, там, сторіс або публікації. До речі, що краще, сторіс чи публікація? Чи воно якось в сумі йде? Но сейчас тренд больше на видеоконтент, mm-hmm. то есть это сторис, прямые эфиры, как можно больше живого, mm-hmm. плюс посты публикуют все, то так. есть в постах конкуренция максимальная. Сторис же снимают не все, прямые эфиры еще меньше, соответственно, mm-hmm. нужно делать то, где меньше конкуренции, так. чтобы вас больше заметили. Поэтому сторис ну, ежедневно, mm-hmm. посты... Ну, я в свои блоги клиентам публикую ну, максимум 3 раза в неделю, иначе просто не успевают подписчики просматривать все новые публикации, mm-hmm. и охват на каждой отдельной падает, потому что слишком много дают контента. Угу, я зрозумів. Це правда, що, ну, наприклад, сторіс або відео, вони мають бути лаконічними і коротенькими, тому що говорять там, що у людей немає часу там переглядати щось довге, так? Ну, багато часу приділяти, щось таке повинно бути швидке і те, що заходить. Да, в сторис важно еще, чтобы менялась картинка, то есть там 15 секунд там сняли общий да. план, допустим, следующее крупное, следующее фото, там следующее еще раз видео, да. Как я и говорила, люди разбалованные, поэтому если где-то зависает картинка, говорящая голова, там 10 сторис подряд, да. то люди просто будут пролистывать. Плюс еще, кстати, важно подписывать, потому что угу. не все смотрят сторис со звуком. Угу. Поэтому да, но если мы говорим о прямых эфирах, например, то ну, здесь не получится ограничить прям сильно. Да. Поэтому нужно простраивать сюжет прямого эфира, да. прям, чтобы это не просто было, там, я говорю о жизни, задавайте мне вопросы, угу. чтобы была четкая тема, идти по теме. Сценарий, тобто угу. так прописанный да, майже. Да. То есть Инстаграм — это как... Ну, полноценный проект, где вы прописываете, вот как в фильме, да, там сценарий, персонаж, mm-hmm. Упаковываете это все классно, какие-то фишки, там, триггеры вставляете для привлечения внимания. Так, Лі, mm-hmm. дивіться, зараз вийшла така соціальна мережа, як TikTok. І от коли твої підписники із Інстаграму переходять у TikTok, і в тебе втрачається аудиторія. Що робити? Теж йти в TikTok? Чи щось якось повертати їх в Інстаграм? Ну, после TikTok, кстати, Clubhouse еще более так, новое. Clubhouse так вышел, так. Да, но в TikTok, в принципе, формат TikTok позволяет дублировать те же видео короткие и в Instagram mm-hmm. заливать, если они сняты ну, качественно, на хорошую камеру, потому что в TikTok более такой быстрый контент, а Instagram все же требует вылизанного больше. Так. Поэтому, в принципе, можно... В TikTok, кстати, можно вставить ссылку на свой Instagram, mm-hmm. как и в Clubhouse. То есть mm-hmm. TikTok и Clubhouse — это может быть как... одни из источников трафика в Инстаграм. Угу. Но каждый для себя выбирает ту соцсеть, которая ему ближе. Не получится вот прям один и тот же контент постить и на YouTube, и на Facebook, и в Инстаграм, TikTok, Clubhouse, потому что везде разный формат. Угу. То есть должна быть одна основная соцсеть, а из остальных просто уже как бы, туда вести трафик. Тобто, якщо я правильно вас розумію, щоб органічний був контент, тобі потрібно розуміти, перш за все, це твою цільову аудиторію, а потім уже з огляду, там, чи це Facebook, чи це YouTube, і вже підстраювати весь контент під певні рамки. В принципе, да. TikTok — это более молодежная аудитория. Mm-hmm. Ну, мне, например, не сильно интересно выбирать это как основную сеть, хотя mm-hmm. оттуда тоже можно брать клиентов как и нашего там возраста, те, кто будет покупать услуги. Но да, вы обычно в какой сети человек сам любит зависать, так. там ему и интереснее вести mm-hmm. его личный mm-hmm. блог. Якщо ми говоримо там про відслідковування аудиторії, так як це робиться от професійно у SMM? Як відслідковується аудиторія? Ну, есть разные показатели, там, вовлеченности подписчиков, есть статистика в Инстаграм. И, допустим, если мы говорим не просто там о личном блоге, а о эксперте, который подписчиков привлекает в клиенты, он простраивает целую воронку продаж. Это он привлекает там, через таргет, например, не просто подпишись на мой профиль, да. а там подпишись и получи бесплатный там, гайд, допустим, угу. по обработке фото-видео, как у меня. И, соответственно, он следит, сколько людей перешло с рекламы, там тоже это все просчитывается, да. сколько скачали этот гайд, сколько потом после гайда отслеживает, сколько купили там следующий более дорогой уже продукт, угу. сколько пришли на коучинг, ну и так далее, другие услуги. То есть, в принципе,
чем классна Инстаграм-реклама, ну, по сравнению там, с какой-то баннерной рекламой, где так. нельзя отследить, сколько четко людей увидела и на каком именно шаге они отвалились. И, соответственно, тот шаг нужно поправить, чтобы лучше была конверсия в целом. Ліль, ми говорили, що Інстаграм не може існувати без інвестування грошей в нього. Так? Скажіть мені, що основне в Інстаграм потрібно інвестувати? В качественный контент. А, то есть, ну, сейчас уже, чтобы снять видео, допустим, ну, если это не прямой эфир, где прям с телефона, нужна хороший свет, хорошая камера. Ну, по сути, это оборудование, как вот здесь так, у нас, только, студия, да, только, ну, чуть-чуть меньше. А, ну, и плюс в постоянный новый трафик, потому что подписчики, это не так, что вот вы там 10 тысяч набрали, и вот они всегда есть. Всегда кто-то отписывается, кто-то подписывается. Нужно, чтобы общий тренд был постоянно восходящий, чтобы Инстаграм хорошо ранжировал профиль, и ну, то есть он видит, что профиль интересный, потому что на него в целом общее количество все время растет. Так. Вот, то есть контент, ну и чтобы постоянно наращивалась аудитория, хотя бы немного, лучше меньше, но более качественно, белыми методами, без разных гивов, там, розыгрышей и так далее. А що таке чорні методи? Бо ви вже другий раз точно кажете білі методи, а які чорні? Это накрутка лайков, накрутка подписчиков, но они на самом деле это боты, которые просто висят мертвым грузом. Это, ну, вот там гивы, допустим, это розыгрыши, там, где дарят машину за то, чтобы подписались. Это такие серые методы. Это как бы не запрещено, но в то же время, ну, толку от этого не будет. То людина подписывается только для того, чтобы что-то выиграть, потом может там выиграть, взять участь в розыгрыше и отписаться. Да. И ну, сам контент ей не цікавий. Да, 70% так и делают, просто те, кто подписывается там с отдельного аккаунта, которые они используют только на гивы, он там и висит, они не следят за ним. И просто, ну да, цифра подписчиков там будет выше, может быть, визуально профиль будет выглядеть более привлекательным, ну, для реальных покупателей, так. потому что думают, о, значит, много подписчиков, значит, серьезные ребята. Но на самом деле, ну, они не купят, поэтому лучше меньше, но реальных потенциальных клиентов. А как зрозуміти, що на сайті накручені підписники? Так? Як, ну, в соцмережі накручені підписники? Що це покаже? Наприклад, ми бачимо, так, там 100 тисяч підписників. Як зрозуміти, що вони не справжні, що це боти якісь або накручені? Ну, в принципе, можно и просто там полистать, позаходить, если там много из ботов, это там какие-то профили, где непонятные буквы, цифры, какие-то даже без фотографий часто, или там среди лайков много людей других национальностей, где профиль написан там где-то на турецком, на арабском, ну, понятно, что они не будут читать русскоязычный профиль. Вот. Ну, и есть еще там разные сервисы, бесплатные, платные, где можно посмотреть, как подписчики набирались, если это такие рывки, там, то растет, потом отписались, значит, видно, что это гивами. Ну, в принципе, вот, допустим, у агентств, ну, как мое, есть уже база данных блогеров, с которыми мы работаем, ну, лет 5 уже, наверное. То есть я знаю, что они росли нормально, органично, и от них есть приход. То есть, в принципе, лучше обращаться к профессионалам, если вы хотите вкладывать деньги в рекламу, особенно у блогеров, потому что это может быть лотерея, если просто так не понимать. Взагалі, які теми зараз найбільш популярні у блогерстві? Ну, самые такие попсовые, которые уже, я считаю, не нужно начинать, это мама-блог, потому что каждая пятая мама в декрете начинает. Відходить, это уже, так, да, там, даже travel тоже много, даже сейчас. Вот какие-то такие, ну, допустим, например, так как у меня такая инсташкола Благородицы, я немножко исследовала тему, есть блоги батюшек. Допустим, серьезно? Да. Особенно, кстати, на карантине они там начали и службы онлайн, и молитвы онлайн. Ну, кстати, ну, это как пример такой необычной ниши, которая, казалось бы, ну, это вообще не инстаграмно, но, тем не менее, у них маленькая конкуренция, и есть подписчики, и реальные подписчики. Але логично, те, чого людям не вистачає зараз. Так, люди зараз не можуть до церкви сходити так фізично,
Чому б не ввімкнути, не послухати проповідь? Так, оригінально. Ну, это чисто как пример, да. Ну, если вы думаете, что у вас какая-то сфера, которая, вот как это Инстаграм сюда, ну, допустим, там мы вели профиль сеть магазинов сырого мяса, ну, тоже, ну, сырое мясо выкладывать в Инстаграм. Ну, мы придумали там интересную концепцию, тоже персонажи, рисовали посты, и очень хорошо это развивалось. Да, да. То есть такие ниши просто искать, где... Щось незвичайне взагалі таке. Да, где конкуренции пока нет вообще. Так, Ліль, якщо ми говоримо от про рекламу у блогерів, от рекламодавці, на що звертають увагу там, ну, зараз не дивлюся на контент, да, на оригінальність контенту, на що звертають увагу у блогерів, щоб доручити їм рекламувати свій товар? Ну, во-первых, чтобы блогер был, ну, качественным, что ли, в плане, например, если это бренд, ну, там, например, Dior, там, да, то он не будет рекламироваться у тех, кто там вчера рекламировал подделку Dior с AliExpress. То есть это, ну, должен быть по, ну, общему стилю блогер им подходить. То есть, по сути, это должна быть тот блогер, который мог бы действительно себе купить и одевается в подобных там брендах. Вот. Ну и дальше то, что я говорила уже, это вовлечение, то есть даже не количество подписчиков, а сколько из них активных, которые смотрят, лайкают, ну, возраст аудитории, кстати, география, потому что можно иметь там 100 тысяч, при этом 90 из них будет там, из других стран, там, СНГ, да, если это украинский бренд, то ему интересна украинская аудитория. По городам тоже можно посмотреть, в каком городе, если это локальный какой-то сервис. Вот, поэтому... Ну, от качество аудиторії, по суті. Угу. От також хочеться запитати, от наскільки зараз популярна трешова реклама? Це, ну, зараз на прикладі поясню. Це, наприклад, дорогий алкоголь. Дають блогеру, який там щось може навіть з матюками сказати про цей алкоголь, потім там кинути бутилку, там, і я знаю, що їм платять нереальні гроші, і в них нереальний от, є фідбек від аудиторії. Ну, наскільки це популярно взагалі? Ну, популярно, потому что, опять же, аудитория уже не клюет на рекламу обычную. Это называется рекламная слепота, когда раньше вот на сайте заходили, по бокам были баннеры, со временем люди перестали их даже видеть. И сейчас тоже, если эта реклама банальная какая-то, люди даже ее ну, отфильтруют и не увидят просто. Поэтому уже бренды изощряются, и вот так вот блогерам там, с каких-то вайнах или своих юмористических видео, там, так непалевно вставляет нативную рекламу. Но опять же, если это там Dior, например, да, то он не будет вот, ну, совсем такой трэш использовать. Хотя такие крупные бренды, они, ну, берут картинкой каким-то просто мега-креативом, но не трешовым. Ну, Лічка, так, на завершення хочемо спитати, у всіх є інстаграм-профіль, так? У деяких вдалий, у деяких ні. От які найбільші помилки інстаграм-профілю взагалі? Звичайної людини. От просто, якщо людина хоче, щоб вона подобалася, так? Щоб її профіль став популярний, щоб підписники були. На самом деле ошибки у всех одни и те же. Я вот регулярно в инсташколе провожу разборы профилей, там буквально по 5 минут, там 10 профилей беру. И, во-первых, шапка написана, шапка — это то, что вот под аватаркой, ну, очень банально. То есть люди не умеют найти, что в них уникального. И даже те, кто достаточно успешные, они вот у нас как-то есть такая привычка преуменьшать свои заслуги, чтобы там не хвастаться, не высовываться. И поэтому там человек написал книгу, например, но он об этом вообще в Инстаграме не упоминает. А это можно поставить в шапку, в вечный сторис. Или он говорит, ну я же это писал там где-то до 30 постов назад, но человек же не будет листать. То есть вот шапка оформлена хуже, чем она могла бы быть, если бы вот посмотреть. Можно опросить у знакомых, чем я выделяюсь, ну, грубо говоря. Что подобается? Да, что мне, вас, да? во мне привлекает? Даже у подписчиков в Инстаграме можно спросить, и это вынести в шапку. Ну и плюс подобрать аватарку, которая соответствует профилю, там, ну, общий визуальный стиль, чтобы одинаковая обработка была фотографии, чтобы потому что когда подписчик заходит, он смотрит в общем профиль, и чтобы в общем это была такая гармоничная картинка.
Гармонійна картинка потрібна нам для того, щоб ми були популярними в Інстаграмі. Це нам сказала Лілія Бойко, експерт з СММ. І ще багато чого розповіла. Якщо ви раптом, не дай Боже, пропустили, передивіться на нашому ютуб-каналі «Правда тут Рілічка». Ми вам дякуємо дуже, що були сьогодні зранку з нами. Так, друзі, от зараз на легесенькому вже розтібну піджака. А знаєте чому? А тому що зараз буду заходити в інтернет, підписуватися вкотре на канал «Правда тут медіа» і дивитися усі наші інтерв'ю. Бо стільки ж усього цікавого сьогодні було. Ви, до речі, теж підписуєтесь, це важливо. СММ, ріелторство, мистецтво, музика. Чого тільки немає у нашому ютуб-каналі «Правда тут», підписуйтесь, а особливо тисніть дзвіночок, ви будете першими, хто це побачить.